все в порядке с Алексеем и улетела выше ворот. Соляников и Соколов там дебатируют по поводу того, правильно ли остановил арбитр эту встречу. С Мельничуком все нормально. Так, я успеваю все-таки прочитать, что вы пишете. Напомню, 0-1 у нас счет, 11-0-1 до окончания третьего периода. И СКА Нева играет в меньшинстве. Вчетвером Кирилл Пичков за удар соперника локтем отправился на 2 минуты на скамейку оштрафованных. Алексей Паладян вбрасыванием проиграл, остановил Владимир игру. Я так понимаю, вновь 4 нападающих здесь. Сарваров, Зиазов, Соколов, Ломака и, соответственно, Сиксна единственный защитник. А у армейцев обороняются Соляников, Ларичев, Валенцов и Кукштель, видимо. Подползен сбор. Вот. Видишь, как интересно. Подползен сбор. А мы с тобой, Саша, не знали, понимаешь? Не подготовились. Да, это уж точно. Соколов. Ох, ой, как опасно, Зиазов, ну а смотри, что делает. А вот это, я вам скажу. Бросок! Гол! А вот это фирменная штучка Леонида Тамбиева, друзья. Это еще в прошлом году я замечал у Динамо. Вот эти короткие передачи в одно касание. 2-0. 2-0 становится, реализовывает численное преимущество гости. Что там на тренерской скамейке происходит? Ну, на тренерской скамейке хозяев сейчас Кирилл Петьков приехал. Отбыв штраф такой, естественно, понурый. Но Леонид Тамбиев благодарит всех за выполнение, как ты правильно сказал, да, задумки, что называется. А вот Андрей Банада, он, надо сказать, все время молчит, но он постоянно что-то заносит в свой блог.